наименованием, которое вам сегодня присвоено, и вот эта вот доска почета, если можно ее так назвать, является подтверждением тому, что вот эти 10 семей Саратовской области – это лучшие, это самые достойные семьи, все они многодетные в Саратовской области. Но, по счастью, я в этом тоже, безусловно, уверен, что достойных семей, многодетных, немногодетных, у нас в Саратовской области очень много. И не только в Саратовской области, во всей нашей стране. Будь это по-другому, мы бы не были с вами свидетелями вот тех, того огромного количества мероприятий с участием детей, с огромным количеством участия детей, которые прошли вот возобновление 70-летия победы советского народа, Красной Армии, Великой Отечественной войне. Огромное количество детей, семей принимало участие вот в этих мероприятиях. И принимали не по чьему-то, по чьей-то команде, по принуждению, а принимали абсолютно искренне, понимая значение этого праздника для нашей страны. И, конечно же, мне хочется поблагодарить всех вас за ту активную гражданскую позицию, которую родители имеют сами и вот в этих лучших традициях воспитывают своих детей.